Сирина Исаркая продолжает успешно управлять своей карьерой даже при полном отсутствии успешных работ на телевидении уже 4 года. Интерес к звезде подогревается прежде всего ее бурной личной жизнью. После возвращения из Нью-Йорка, где актриса вновь попытала счастье у голливудских продюсеров, Сиринай закончила работу в первом сезоне мюзикла «Алиса в стране чудес» и в настоящее время наслаждается заслуженным отдыхом. Накануне вечером Сиринай Саракая заметили в компании ее коллеги из Гимала. Молодые женщины поужинали в одном из ресторанов Стамбула, ответив на вопросы поджидавших их журналистов. На вопрос папарацци, помирилась ли она с Керимом Бюрсином, Сиринай ответила, что пока ничего такого нет. Уцепившись за фразу «пока», журналисты тут же спросили, есть ли такая возможность в будущем. На что Сиринай лишь загадочно улыбнулась, обеспечив турецкую прессу новой порцией сплетен на месяц вперед. Чтобы знать последние новости турецкого шоу-бизнеса и другие интересные факты, подписывайтесь на наш канал Теми на YouTube.